неделю назад мы с Сергеем Викторовичем приехали в Брянск, были у администрации, значит, губернатора. И, естественно, я хочу представить вам сегодня человека, который согласился, любезно согласился перенести, значит, эхо кинофестиваля «Я люблю мир» в город Брянск 20 числа, 20 июня этого года. Алексей Васильевич Коваленко. Вот. Спасибо вам большое, что сегодня здесь собрались в такой знаменательный день для нас. Вы, конечно, Юрий Евгеньевич, немножко прекрасен. На самом деле, мы, можно сказать, выхватили эту эстафету, да, из рук Юрия Евгеньевича, потому что уже 6 лет, как сказали, этот кинофестиваль проходил в Крыму, в Ливадийском дворце. И, да, и, значит, мы хотим в этом году провести первый раз это в нашем родном, моем родном городе Брянск. И провести его так, с таким огромным охватом, потому что, так сказать, русская душа у нас широка. Вот. Поэтому мы приглашаем всех вас на него. Также мы хотим пригласить, точнее, уже пригласили звезд, мировых звезд. И уже у нас есть ответы от мировых звезд. Они будут не только в членах жюри, но и также будут выступать на сцене. Будет кто-то из российских звезд, еще точно не определились, но это будет грандиозно, потому что все это дошло до нашего губернатора, эта информация, и администрация нашего города с огромным удовольствием сейчас нам способствует в этом мероприятии, потому что поэтому действительно это мероприятие будет грандиозным для Брянска, да, и в принципе очень интересным для всей России, потому что кинофестиваль «Я люблю мир» нацелен на добро, на то, чтобы люди проснулись, чтобы мы проснулись, увидели все, что творится в мире. В кадрах короткометражных фильмов, это будет от 3 до 5 минут, эти короткие фильмы, будут показаны, так сказать, сюжеты и сценарии, которые будут пробуждать наши сердца на добро, на то, что нужно проснуться, посмотреть, что вокруг, и двигаться в нужном направлении. Также средства, которые будут собраны на этом кинофестивале, будут полностью направлены на детские дома именно самого нашего города, потому что, как говорится, вот я родился, где родился, там пригодился, поэтому хочу именно, я хочу помочь всему миру, всей России, но надеюсь, что нашу эстафету, так сказать, подтянут другие области и будут проводить какие-то такие похожие мероприятия, и деньги, собранные на таких мероприятиях, также будут идти в их область. Вот, поэтому приглашаю еще раз вас всех, будем рады видеть вас, и вперед! Спасибо большое, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в посольстве Гренады, и цель нашего сегодняшнего мероприятия – это наш кинофестиваль, который называется «Я люблю мир», и он пройдет 20 июня 2020 года в городе Брянск. В этом кинофестивале мы хотим отразить весь смысл, так сказать, того, для чего мы живем. Мы хотим показать и пробудить сердца людей, чтобы они увидели, что вокруг. То есть это будут короткометражные фильмы от 3 до 5 минут, в котором будут засняты моменты, которые будут подталкивать людей на добрые поступки. Они будут подталкивать людей на то, чтобы мы оглянулись вокруг и поняли, для чего мы живем, как мы живем. Мы хотим, так сказать, провести с таким большим его размахом. И хотим пригласить, точнее уже пригласили голливудских звезд, мировых звезд, членов жюри из Франции. Значит, и мы хотим пригласить всех вас на это прекрасное мероприятие. Вот. Поэтому ждем вас на нашем кинофестивале. Вот. Я уверен, вам это все понравится. Спасибо.